Оплатить налоги, оформить документы, проверить начисления, а также перейти на цифровую платформу ГИС ЖКХ, чтобы эффективно участвовать в управлении домом. Эти и не только услуги представляет цифровая платформа «Госуслуги». В ресурсном центре на улице Некрасовской прошла встреча специалистов многофункционального центра с гражданами. Прием организовала администрация Самарского района в рамках проекта «Мой дом», чтобы помочь местным жителям в решении проблем, возникающих во время работы с порталом «Госуслуги» и ГИС ЖКХ. Сегодня у нас происходит традиционное мероприятие. Здесь сотрудники МАО МФЦ приходят у нас в две недели, помогают жителям зарегистрироваться в госуслугах, помогают им зарегистрироваться на площадке ГИС ЖКХ, рассказывают азы. Если есть у кого-то вопросы и проблемы с работой на этих двух площадках, наши сотрудники МФЦ помогают им разобраться. Ольга Малова, постоянный пользователь госуслуг, столкнулась с проблемой подтверждения электронной почты на портале. Ольга признается, что поездка в многофункциональный центр для решения проблемы займет у нее много времени, поэтому выездные встречи сотрудников МФЦ нужны и важны для каждого жителя города. Я обратилась в администрацию, мне совет микрорайона сказали, что есть вот такая услуга здесь, вы можете подойти, и здесь вам окажут услугу, очень достаточно удобно. Специалисты МФЦ принимают граждан во всех районах города в территориальных ресурсных центрах проекта «Мой дом» по графику, без предварительной записи. Чтобы попасть на прием к специалисту, при себе необходимо иметь НИЛС и паспорт. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.